Ну, на. Всем... Простите. Всем привет, друзья. Всем привет. Настало время для очередной дачной переделки, и сегодня мы вместе с вами сделаем уличный кофейный столик. Потому что кто с нами давно, наверняка помнит, что вместо столика у нас стоит табуретка, и надо это скорее исправить. Ну что, погнали? Поскольку все наши переделки мы делаем из подручных материалов, сегодня мы будем использовать кусок фанеры и кусок трубы от смотрового дренажного колодца. Поскольку кусок трубы у нас довольно длинный, мы его должны укоротить до нужной нам высоты. Кусок фанеры нам нужно сделать определенного диаметра, и поэтому мы используем импровизированный циркуль из самореза и карандаша. Вырезаем нашу столешницу при помощи лобзика, и затем на обычные металлические оцинкованные уголки мы прикрепим ее к нашему основанию, сделанному из трубы. Столешницу к нашему основанию прикрепим на обычные металлические оцинкованные уголочки. Вот, закреплять их будем изнутри, чтобы их максимально было не видно. Труба у нас немножечко грязная, естественно, потому что лежала на улице. Сейчас мы ее помоем, загрунтуем, покрасим необходимый нам цвет, прикрутим столешницу и тоже ее покрасим.
Столешницу мы покрываем маслом. Цвет его не подскажу, поскольку оно заколировано по палитре. Остался у нас еще такой кусочек трубы и вот еще чуть-чуть фанеры. И мы подумали, а не сделает ли нам из этого всего кашпо, которое будет как раз-таки сочетаться с нашим столиком и радовать нас на нашей терраске. Сейчас мы вырежем необходимого нам диаметра дно, прикрепим его на металлические уголки, сделаем пару подставочек, чтобы кашпо не стояло на земле, просверлим дренажное отверстие и само днище обработаем олифой, чтобы оно не сгнило от земли и влаги очень быстро. Приступаем к покраске. Основной цвет подстолья у нас будет бежевый, а для того, чтобы стол лучше сочетался с нашими садовыми креслами, красим низ подстолья в черный. Теперь, когда все части столика обработаны, собираем все воедино. Вот такой результат у нас получился. Ну что, друзья, у нас пошел дождь, и мы надеемся, что вам понравилось наше дачное видео. Поэтому подписывайтесь на наш канал и не забывайте, что мы есть в Яндекс.Дзене. Пока-пока! Всего доброго! Пока-пока!